Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Я очень рада, что вы ко мне заглянули. Кто впервые на канале, добро пожаловать! Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Здесь я тестирую очень много домашних масок, корейских масок, тканевых масок, золотые, черные, белые, молочные, в общем, всякие разные. Переходите вот здесь вот на плейлист. Ваша любимая долгожданная рубрика «Маска-машина». Делать любые маски из разных ингредиентов. Кто не смотрел обзорчик, переходите вот здесь вот по ссылочке и смотрите. Итак, сегодня мы будем делать маску из авокадо в маске машины. Кто очень хотел маску с авокадо, жми лайк и пиши комментарий. Ну что, мы начинаем? При покупке авокадо необходимо проверить, дозревший ли плод. Если авокадо твердый и кожура совсем не продавливается, значит плод не дозрел. А если он слишком глубоко продавливается, то перезрел. Мне попался недозревший плод, он немножко твердый, в общем, какой уже есть. Также следует обратить внимание на наличие темных пятен и трещин. Это может свидетельствовать о том, что авокадо начал портиться. Его вещества увлажняют, успокаивают, заживляют и питают кожу. Полезные свойства авокадо для кожи лица. В плоде содержатся витамины группы В, протеины, полиненасыщенные жиры и медь. Благодаря такому богатому свойству авокадо считается одним из самых лучших натуральных увлажнителей для кожи. Его компоненты и масло легко проникают вглубь эпидермиса, делая лицо молодым, подтянутым и сияющим. Кроме того, пюре из свежего авокадо плода довольно часто применяют как спасатель после солнечных ожогов. Особенно полезным станет авокадо для обладательниц сухой кожи. О, это точно для меня. Поскольку его масло отлично увлажняет и питает лицо, не забивая поры и не оставляя жирного блеска. Ускоряет регенерацию клеток, стимулируя выработку коллагена. Кроме того, прекрасно защищает от ультрафиолетовых лучей. Авокадо принято называть плоды вечно зеленого дерева семейства лавровых. Авокадо – самый необычный фрукт, имеет плотную, жирную, сильно маслянистую, кремообразную мякоть, специфического травяного вкуса и запаха. Авокадо – питательный продукт, имеющий в своем составе практически весь набор жирных незаменимых кислот. Витаминно-минеральный состав авокадо богат и разнообразен. В него входит холин, витамины А, В1, В2, В5, В6, В9, С, Д, Е, H и ПП, а также необходимые организму макро- и микроэлементы. Калий, кальций, магний, медь, марганец, железо, фосфор и натрий. Авокадо является эффективным антиоксидантом, защищающим клетки от старения. Авокадо является чемпионом среди фруктов по содержанию витамина Е. Активное увлажнение кожи, защита ее от шелушения или высыхания, заживление мелких трещин, снятие воспаления при акне, дерматитах, экземе, избавление от различных высыпаний на коже, в том числе аллергических, замедление процесса преждевременного старения кожи. В среднем в одном фрукте содержится около 30 грамм жира. Мякоть авокадо можно использовать в полезных омолаживающих масках для лица, шеи и декольте. Витамин А, которым богат этот фрукт, необходим коже, чтобы образовывать новые клетки, за счет чего и достигается эффект омолаживания. Итак, маска уже готова, она уже застыла. Проходим лопаточкой, чтобы она отошла. Теперь пальчиком я вот здесь аккуратненько отодвигаю, очищаю лицо. У меня на нем ничего нет, конечно, но здесь у меня немножко был блеск.
левого уха. О, какая она толстая, смотрите. Ой, она такая красивая, в крупиночку. Ну, что-то запах мне ее не очень. Знаете, чем пахнет? Каким-то гарбузом. Фу! Реально, я даже не знаю, как ее наносить. Фу! Слушайте, я реально не могу ее нанести, меня сейчас стошнит. Это просто жесть какая-то. Фух. Я ее нанесла, на меня что-то запах этот вообще чего-то, не знаю. Смотрите на маску вблизи. Так, я пролежала уже полчаса, давайте снимать маску, выдержала это время. Ох, запах у нее, конечно, ужасный, вообще ужасный. Ой, клейкий какой-то такой слой. Ой, мне кажется, ли у меня здесь немножко аллергия, нет? Но если честно, я больше не горю желанием сделать еще раз эту маску, потому что она мне воняет ужасно. Но, конечно, эффект от нее и вообще ощущения очень приятные. Кожа до сих пор прохладная, очень-очень-очень нежная. Очень нежная, прям вообще. Слушайте, а лицо у меня продолжает дальше краснеть. Вылазят всякие пятна появляются. Что это за ужас? Упс. Вот у меня авокадо. Я здесь заметила, что у меня здесь такая какая-то небольшая аллергия, прям такая целая полоса красная. Контур, смотрите. Вот. Вот. И вообще какие-то пятна. Что за ужас? Угу. Смотрите, вот, вот. В общем, короче, с авокадо я больше делать не буду масочку. Если вам понравилось это видео, ставь лайк, подписывайся на канал и до новых встреч в новом видео. Пока-пока!